сегодня в парке Якутово посадили деревья. Вот так совпало, что 70-летие Победы и 25-летие антимонопольных органов в эти дни. 25 лет нашему органу. Мы посадили сегодня 25 берез, аллеи антимонопольных органов. Потому что Россия – российские березы, и будем за ними ухаживать. Мы уже штук 5 посадили вот со всех 25. Даже погода нас не расстраивает, это занятие нам нравится. Каждый же должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево. У нас уже многие сегодня планку выполнили. Как сажать деревья? Нужно утрамбовать сначала плотно, чтобы земля была, а потом поставить. И как говорится, удачно, что сегодня мокрая погода. Дождь – это всегда хорошо, это очищение. Все дела делаются, если в дождь, то это очень хорошие дела. Ангелина Шакирьянова работает в Федеральной антимонопольной службе со дня ее основания. Поэтому для нее эта березовая аллея символична. Каждое дерево – это год работы в управлении. Почему я выбрала антимонопольную службу? Ну, наверное, чувство справедливости – это выше всего. Собственно говоря, антимонопольная служба – это самая справедливая служба, если можно так выразиться. Потому что она именно защищает интерес не только субъекта малого предприятия иногда, но и, собственно, субъекты крупного бизнеса, потому что они тоже не должны разваливаться. Да? Вот. И поэтому здоровая конкуренция, паритет сил, он должен сохраняться. Наша российская антимонопольная служба, она молодая, но она себя показала так, что, собственно, даже многие мировые экономисты считают, что наше антимонопольное законодательство, оно очень перспективное, прогрессивное. Как деревья растут и становятся большими, и растут очень много лет, я так думаю, что антимонопольная служба, она будет расти, развиваться. Алина Гребешкова, городской телеканал ЮТВ.